Здравствуйте, видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Номер 298 вычислить наиболее простым способом. Пример А. Если внимательно посмотреть на этот пример, то можно найти пару противоположных чисел. Минус 9 плюс 9, минус 8 плюс 8, минус 7 плюс 7 и так далее. Минус 1 плюс 1. То есть для некоторых слагаемых мы найдем противоположное ему число. У нас без пары остается только 0 и 10. Сумма двух противоположных чисел равна 0. Значит, сумма этих пар чисел будет равна 0. Без пары остается, как мы уже сказали, 0 и плюс 10. А это равно 10. Б. Аналогично предыдущему случаю. Здесь есть пара противоположных чисел. Минус 100 плюс 100, минус 99 плюс 99, минус 98 плюс 98 и так далее. Сумма двух противоположных чисел равна 0. У нас остается только минус 101 и 0. А это равно минус 101. Сумма любого числа и нуля равно этому числу. В. А здесь поступим следующим образом. Будем последовательно находить сумму соседних чисел 1 и минус 2, 3 и минус 4 и так далее. И последняя пара чисел, сумму которой мы будем находить, 9 и минус 10. Без пар у нас остается 11 плюс 11. В скобках каждая из этих сумм будет равна минус 1. 1 и плюс минус 2. Разность можно заменить суммой, мы это уже делали. И это будет сложение чисел с разными знаками. Плюс 1 и минус 2. Мы получим минус 1. Аналогично, минус 1 дает сумма вторая пара чисел, минус 1 третья пара, и последняя пара тоже дает в сумме минус 1. И еще плюс 11. А давайте теперь посчитаем, сколько таких чисел будет по минус 1. Во-первых, это сложение чисел с одинаковыми знаками. Знак оставляем тот же, а модули складываем. То есть мы все время будем складывать единичек. Таких единичек, таких пар у нас будет 5. И еще у нас плюс 11. В итоге мы получим минус 5 плюс 11, а это равно 6. И Г. Аналогично, будем складывать попарно. 1 минус 2, 3 минус 4 и так далее. 99 минус 100. В каждой из этих пар сумма будет равна минус 1. То есть нам надо сложить минус 1, еще раз минус 1. И надо посмотреть, сколько таких пар, сколько, вернее, таких минус единичек у нас будет. От 1 до 100 мы можем сделать 50 единичек. То есть это сложение чисел с одинаковыми знаками. Знак оставляем тот же, а модули складываем. А складывать мы должны 50 единичек. То есть в итоге мы получим минус 50. Мы вычислили наиболее удобным способом. Если у вас есть вопросы или пожелания, то оставляйте свои комментарии под видео.